Вовремя заметили. Сегодня саратовцы сообщили, что в заводском районе все побережье Волги оказалось загрязнено нефтепродуктами. Очевидцы рассказали, что на Волге в районе поселка Князевки и Увека все побережье оказалось загрязнено нефтью. Большие сгустки нефтепродуктов заметили на берегу и на воде. Кроме того, они неприятно пахли. На место выехали спасатели и приступили к работе по ликвидации нефтепродуктов. Также они пояснили, что вещество в Волге – это мазут. Рядом с местом аварии находилась лодочная база.